7 человек пострадало при столкновении двух автобусов в центре Архангельска. Авария произошла в 11 часов 47 минут на перекрестке улиц Тимии и Воскресенской. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса МАЗ 11 маршрута. Двигаясь по улице Тимии со стороны улицы Нагорная, осуществляя маневр поворота налево на перекрестке Тимии Воскресенская в сторону ЖД вокзала, не предоставил преимущества в движении автобусу ПАЗ, двигающийся со встречного направления. В результате ДТП пострадало 7 человек. Среди них беременная девушка и ребенок. Девочка 7 лет выпала на дорогу из окна МАЗа. Еще один участник аварии – автомобиль «Черри», водитель которого не успел затормозить перед ПАЗом. Первое впечатление, да, было страшно, особенно когда увидел, что ребенок на асфальте лежит. Я и двигался по правой полосе, с левой полосы ПАЗик меня подрезал. Выехал на перекресток, я за ним, а он уже в зеленый врезался, и все, я не успел затормозить. Госпитализировано 4 человека, у всех повреждения легкой и средней тяжести.